Стрела и рукоять экскаваторов серии C отличаются повышенной прочностью, долговечностью и обеспечивают эффективность и увеличенную производительность. Давайте познакомимся с моделью CX-220C более подробно при круговом обходе. Конструкция стрелы и рукояти была усилена за счет увеличения толщины материалов в наиболее нагруженных зонах. Основание и оконечные части стрелы и рукояти отливаются из стали. Была усилена тяга ковша. Стандартная стрела для тяжелых условий имеет в основании усиленную пластину. Гусеничный экскаватор CX-220C оснащается стрелой и рукоятью, предназначенными для работы в тяжелых условиях. Такая конфигурация позволяет достигать увеличенное усилие резания на зубьях ковша и повышенную производительность в тяжелых условиях работы. Точки смазки защищены и расположены в удобных местах у основания стрелы. Более износостойкие элементы сочленения с долговечными компонентами позволяют клиентам меньше средств тратить на техническое обслуживание и повышают стоимость машины при перепродаже. На экскаваторы Case можно устанавливать широкий перечень навесного оборудования. Многоцелевые вспомогательные гидравлические контуры дают возможность снижать время простоев и повышать производительность. При помощи монитора можно легко создавать и сохранять настройки для установки не менее чем 10 типов навесного оборудования.